Пиар или любовь? Фанаты турецкого сериала «Зимородок» задаются этим вопросом. После того, как в сети появились слухи о романе Афры Сарачуглу и Мерта Рамазана Демира, поклонники турецких сериалов тут же поделились на два лагеря. Кто-то искренне радовался за пару, кто-то посчитал, что они ужасно поступили с бывшим парнем актрисы. Были и те, кто вовсе не верил в правдивость новостей о романе. Но кадры из одной и той же страны вместе с видео, на которых актеры прекрасно проводят время в компании друг друга, стали убедительным доказательством их искренних чувств. Теперь же все фанаты «Зимородка» и молодых актеров в недоумении, ведь Афра отправилась в новое путешествие. Вот только Мерта рядом с ней не заметили. Девушка прекрасно проводит время в компании друзей. Среди них есть и парни. Те, кто изначально осуждал актеров за роман, злорадствуют и говорят, что и новому парню звезды «Зимородка» быстро найдет замену своей компании. Однако большинство считает, что Мерт Рамазан Демир просто приступил к работе над другим проектом. А у Афры Сарачуглу все еще осталось несколько дней заслуженного отпуска, которые она проводит на полную катушку. Так что не стоит думать о плохом. Скорее всего, пара вместе просто была вынуждена расстаться, пусть и на непродолжительное время. Если вам понравилось видео такого формата, пишите комментарии, нам важно ваше мнение. Также подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.